Сегодня в России вспоминают жертв политических репрессий. По разным оценкам, в 30-е годы от красного террора пострадали около 20 миллионов человек. Более миллиона из них были расстреляны. В Алтайском крае насчитывается порядка 46 тысяч репрессированных в годы советской власти. 16 тысяч человек были приговорены к высшей мере наказания – расстрелом. Большая часть осужденных – обыкновенные крестьяне. К классовым врагам пролетариата причислялись также торговцы, бывшие офицеры, священнослужители. В эти минуты в Краевом государственном архиве начала свою работу выставка подлинных документов из личных дел обвиненных в 30-е годы. Например, в разделе «Вещдоков» представлены дореволюционные денежные знаки, плакаты, книги и открытки.